Всем огромный-огромный привет! В декабре я пропустила видео «Девчачьи радости». Ну, там мало что можно было снять, все, что было подарками, уже подарено. А в январе у меня часть осталась с декабря, который хозяйственный, и уже в январе. Рукодельные покупки, вот такой красивый цвет, акриловые пряжи. Заказала, как вы видите, на Вайлдберриз, состав акрил, цвет медный. Мне понравился. Я из такой пряжи вяжу домашние коврики. Вот, взяла еще серый цвет. И когда я вижу приятную стоимость на такую пряжу, я всегда подкупаю. Ну, синий мне самой нужен. Я хочу на кухню еще один коврик связать и сидушки на стулья. Поэтому прикупила. У меня, мне кажется, достаточно ее, но все равно. Буду немножко в разноброс показывать. Из хозяйственного купила вот такой, ох, не могу поднять, кондиционер для белья Пион. Взяла в Смарте. Надеюсь, будет хороший. Кондиционер, мне кажется, никогда не угадаешь. То ничего, то гадость несусветная. Так, что еще? Из хозяйственного постоянная покупка влажные полотенца. Я уже купила не одну, уже многие упаковочки закончились. Немногие, несколько. Также стандартная покупка, которую я не изменяю в фикс-прайсе, это влажные антибактериальные салфетки. Именно эти мне нравятся. И решила попробовать вот такие влажные полотенца. Мне кажется, они, по-моему, дешевле, чем с котом. Но посмотрим, какие они в работе. Так, салфетки еще вот такие прихватила. Мне кажется, это в Смарте я купила сладкой жизнь. И несколько штук покупала антибактериальных фикси. Раскидала по сумкам. Это то, что осталось. Что еще мне приглянулось в Смарте? Вот такой вот набор. Я вообще не пью практически растворимый кофе. Крайне редко. Я люблю варить в турке, но мне привлекло наличие стакана здесь. Всего за 300 рублей такой был набор. Я его взяла еще в декабре. И вот он у меня стоит. Я его распакую. Я его не на подарок, а чисто вот. Ну, люблю я вот такие всякие стаканчики. Так, для себя еще в фикси взяла вот такие щеточки. Они мягкие. Очень мне нравятся. Не травмируют десна. Постоянно их покупаю. Также взяла пакеты для мусора. Фикси, естественно, ароматизированные. Я очень их люблю. А в Смарте прихватила вот такие Big City Life. Прочные тоже. Ну, посмотрим. Я такие, мне кажется, не брала ни разу. Из фикса еще у меня традиционная покупка. Это КТ. Ватные диски. Кстати, качество раз на раз не приходится. Один раз нормальный, один раз как будто вообще непонятно что. Так. Что у меня еще такого большого? Вот такая стопочка у меня полотенчиков. Это мы в подарок с девчонками получили, так как наступил год зайчика и котика, то вот один такой с котиком и зайчиком. Рисуночек, да, на полотенце. Второй. Вот такой даже с календарем. Я вообще люблю такие полотенчики. Вот тут второй есть кролик. Быстро, если они выходят из строя, быстро поменял на другие. Но я, кстати, каждый год получаю в подарок вот такие вафельные полотенца. Ну, даже не вафельные, они какие-то сейчас тоненькие. Тут тоже с календарем. Вот таких два кролика. Черный и белый. Вот, полотенчики. Что касается подарков, я еще со своими подружками. Уже январь заканчивается, мы еще не встречались. Сегодня должна одна приехать. Вот, мы еще даже подарками не обменивались. По косметическим покупкам. У меня заканчивается тональный крем, и его больше нет. Даже, ну, в смысле, наименование тонального крема даже нет у меня в запасах. И я решила на Вайлдберриз заказать от Эвелайн вот такой кашемир эффект. Я его только вот, опа, бухнулась. Перед съемками от слюды освободила. Давайте посмотрим, что за оттенок. Я прям на глаз его заказывала. Мне кажется, немножко желтит, но скоро весна-лето. Нет. Такой плотненький, кстати, по текстуре. Вы, наверное, не видите. Снимаю днем в кои-то веки. И прямо у окошечка.
Пахнет косметикой такой, можно сказать, советской. Какой у меня оттенок? Тут не написано. Мне кажется, я брала натуральный, он назывался натуральный. И я, кстати, сняла этикетку и, наверное, ну вот слюду, на ней, наверное, была информация. Вот. Не вижу, конечно. Годен до 25 года. Разглаживает морщины попутно. Ну, не знаю, посмотрим, что он там разгладит мне. Так, и взяла Кушин. Что-то хорошая скидка была. Вот, кстати, его тоже не мешало бы открыть, потому что такое ощущение, что он протек. Либо что-то на него протекло в пункте выдачи на Вайлдберриз. Я, знаете, какую систему себе выработала, что если сейчас, на данный момент, когда мне что-то нужно, ни Фаберлик, ни Вейвен, нет каких-то скидок, прям вот хороших, да, то я захожу на Вайлдберриз и просто наиболее выгодный по цене продукт заказываю, их никак не откроют. Я шуршу на заднем плане, открываю. Вот, заодно пробую что-то новое, поэтому появляются у меня какие-то новые, неизведанные для меня средства. Кстати, смотрите-ка, прям впитался и как бы так вам, наверное, и не видно. Ладно, в пустышках уж теперь расскажу. Срок годности до 25 года. Приятненько. Давайте прям на камеру буду открывать. Опа. Ой, тут еще смотрите, что лежит. Как приятно. Спонжик. Он такой достаточно упругий. В пакетике. Смотрите. Я так долго его не открывала. Так, это надо за кадром, а то я сейчас вас свалю. А как он открывается? Просто выдергивается, что ли? Очень туго, если просто. Не могу открыть, девочки. Вот это номер. Срок годности даже на коробочке указано. Это очень хорошо. Видно вам? Угу. Потому что саму коробку картонную-то выкидываем. А как его открыть-то? Представляете, я его и так, и сяк, а он вот как открывается. Прям так, тут просто что-то. Ой-ой, ку-ку. Вот оно, мучение открывания. Вот так он выглядит. Пахнет, кстати, очень вкусно и сладко. Ну-ка. Видите? Такой он маслянистенький, но, наверное, впору будет забиваться в складочки на руке. И с сияющим эффектом. Ну, интересно, интересно. А на руке уже запах совсем другой. Интересная штучка. Давно у меня не было кушонов. Кушонов, правильно. Вот. Зозу. У меня от этой фирмы корейской маски, которые мне понравились. Это вот отдельно буду держать. Ну, я довольна. Я довольна покупкой. Я уже даже забыла, что она у меня была. Так, что еще на Вайлдберриз заказала? У меня сломались последний крабик, сломался для волос. И я решила заказать на Вайлдберриз. Один пришел вот такой. Почему именно на Вайлдберриз? Я зашла в Магнит Косметик. Самый дешевый крабик для волос, вот подобный этому, 150 рублей. На Вайлдберриз я вот этот купила за 67 рублей. Очень мне понравился. Он, правда, ехал с Краснодара, но доехал нормально. А второй, ну, там писали в отзывах, что он маленький, за 45 рублей. Ну, такие тоже нужны крабики, половина волос на голове зацепить. Вот такие еще у меня покупочки, да, девчачьи. И напоследок, нет, не только рукодельные, у меня еще вот такая тетрадочка. Я фикс, когда хожу, я не могу пройти мимо канцелярии. И обязательно какую-нибудь одну тетрадочку, либо блокнотик прихвачу. На этот раз взяла вот такую тетрадь «Вдохновляйся». Она простая, в клетку с полями, но очень мне понравилось. И из рукодельных покупок. Те, кто смотрит мои повезушные всякие отчеты, в моей группе, у меня всегда под видео есть название группы моей, где вот вязаные вещи, то, что я вяжу. Я связала девчонкам там корзинку. Вот это называется донышки, то есть дно прозрачной у корзинки. А я сделала им и дно прозрачное, и к
крышку прозрачную для заколок. То есть я могу сверху через крышку посмотреть, какие бантики, цветочки у них лежат, и перевернуть корзинку, снизу посмотреть, потому что у меня корзинка достаточно высокая, и чтобы не ковыряться до дна. Мне очень эта идея понравилась, многим моим знакомым, подписчикам. И я увидела, что подешевели эти пластиковые. Если я первый раз заказывала по 250 рублей штуку, за 500 рублей две штуки, то в этот раз я заказала за 400 две штуки. В общем, на 100 рублей дешевле. И решила я еще заказать прозрачную такую. Ну, это тоже донышко, но у меня будет эта стенка для сумки. Хочу вязать себе сумку и вот одну стенку сделать прозрачной. Да, не всем это понравится, да? Видно, что в сумке лежит, но хочу поэкспериментировать. Я в основном езжу на машине. Никто в мою сумку заглядывать не будет. В любом случае, если не хочешь показать содержимое, разворачиваешь ее к себе вот этой прозрачной частью, а вязаной второй стенкой получится на всех людей. Также я заказала себе на Вальберис крючок номер 8. У меня сломался пятый крючок. Я очень жалею, он очень качественный был, много лет мне служил. Когда мне еще было 12 лет, у меня папа в подарок мне привез. В наборе там от 1 до 5 был, и вот 5 сломался. Ну, вязала такое тяжелое полотно. Я люблю вообще с ручками, но большие размеры, никак не прихвачу, большие размеры можно и вот такими. У меня десяточка вот такая металлическая, но решила восьмерку. До 6,5 у меня, по-моему, есть вот такие, но мне рука устает, если двойку таким вязать, а восьмерку, я думаю, будет нормально. И взамен пятого, смотрите, разные производители по-разному упаковывают. Заказала еще один крючочек. Он был в пакетике, плюс еще, можно сказать, в подарочном пакетике. Вот такие я люблю с ручкой. Это у меня номер 5. Ну, этот конкретно я еще не пробовала. Видите, он запакованный. Попробую, потом расскажу вам, кому интересно, в своих повязушных группах. Вот, собственно, все мои девчачьи радости за январь. Вот. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.